Диана-то кто? Дана, это звонец ассоциации черлидинга. Да, в этом сезоне наша команда будет участвовать. Вы не видите нашу команду в списке? Я поняла, хорошо. Я обязательно решу этот вопрос. Но если что, мы участвуем. Что, соревнования по черлидингу, а у нас даже команды нет. Хорошо, спасибо, я вам перезвоню. Фиона? Что-то случилось? Фиона, ты что, не записала нашу команду в список участников на соревнования? Ну, логично, потому что у нас даже команды нет. Девочки, а кого записывать? Кто будет выступать? Только ты и Дана? Только я и Дана. Всем привет! Привет! Диан, я думаю, не нужно участвовать в этом году в соревнованиях. Не нужно подставлять свою команду. Шансы выиграть ноль. Да, Диан, жалко, что команды Бани больше нет. Спасибо тебе, Фиона, за твой совет, но я не хочу распрощаться с командой Бани. Фиона, зря ты это сказала Диане. Она, наверное, очень расстроилась. Девочки, подождите. Кнопа, что? Вы слышали разговор Дианы с Фионой? Они говорили за соревнования по черлидингу. Точно! Соревнования по черлидингу. Это наш шанс помириться с Дианой. Кнопа, сегодня ты должна поговорить с Дианой. Я думаю, сегодня Диана сама с нами захочет поговорить. Черлидинг – это ее слабость. Девочки, у меня аж поднялось настроение. Дана, ты со мной? Да, Диана, подожди, я уже иду. Я знаю, мне тоже от этого не весело. И мне кажется, команду черлидер-бань уже не вернуть. Диана, подожди, что ты задумала? Ты что, собралась мириться с Кнопой и Настей? Дана, насчет мириться с ними я не знаю. Это их выбор, дружить со мной или нет. Но за черлидинг я должна с ними поговорить. Надеюсь, у тебя все получится. Жужа, сегодня ты охраняешь мою тележку. Мы ждем пацанов-баскетболистов. У них к нам серьезное дело. В смысле, Джоб? Стоп, ты не будешь со мной работать ни здесь, ни в кафешке? Жужа, сегодня не могу, никак. Так, ладно, за тележку отвечаешь головой, а мы погнали, погнали. Я что-то не могу понять, с каких это пор Джоба и Боба какие-то дела с баскетболистами. Жужа, а ты Джоба и Боба не видела? Только что пошли. А баскетболистов? Нет. Обалдеть, учитель Майк ищет баскетболиста и Джоба Боба. Ну что, пацаны, достаем? Достаем! Офигеть! Пацаны, помощь нужна? Стоп, Боб, вы несете штангу. Учитель Майк, а вы можете гантели отнести в тренировочный зал? Мы же знаем, учитель Майк сильный. Да, учитель Майк сильный. Так, баскетболисты, я беру штангу, а Джопи Боб гантели. Мы будем нести гантели. Класс, сделаем это. Раз, два, три. Сняли! Понесли. Раз, два, три, взяли. Взяли. Раз, два, три, взяли. Взяли. Баскетболисты! Ладно, пацаны, я возьму гантели и догоню вас в тренировочном зале. Давай. Пацаны, сразу бы сказали, что не сможете поднять. Я тоже так хочу! Да, нам нужно идти в тренировочный зал баскетболистов. Пойдем, пойдем! Недавно мы нашли заброшенный зоопарк, и животные очень ждут нашей помощи. Помоги нам спасти бедных животных и построить комфортные домики для них. Скачивай игру и принимайся за работу. Панды, слоны и львы ждут твоей помощи. Ссылка на игру в описании. Вон и сейчас баскетболисты будут идти на тренировку, и мы должны Кирилла выцепить на серьезный разговор. Но тебе же попался Шон, и это не обсуждается. Нет, Мона, все будет так, как я хочу. Учитель Майк, вам не тяжело? Может, вам помочь? Да нет, я пищу блинов накину. Аккуратно, аккуратно. Кирилл! Учитель Майк сильный! Учитель Майк номер один! Блонди, ты сумасшедшая, он даже не посмотрел в твою сторону. Я не сумасшедшая, а он еще посмотрит в мою сторону. Даже не то, что посмотрит, он бегать за мной будет. Не знаю, как бегать, но ты перегнула. Никогда не сомневайся в Блонди, это еще одно правило кис. Привет, кисы! Привет! Привет, Диана, а ты уже выбираешь платье на выпускной, чтобы подходило к костюму Томаса? Блонди, не переживай, до выпускного еще много времени, я все успею. Блонди, а чем ты недовольна? У тебя есть пара на выпускной, Шон, вроде бы неплохой выбор. И вам хорошего дня, девочки.
Почему она такая сумасшедшая? Да ладно, Дана. Блонди просто недовольна, что ее пара на выпускном – Шон. Привет, Диана! Привет, Дана! Мне кажется, Элли, они поздоровались с нами уже второй раз. Нет, Дана, тебе не кажется. Девочки, давайте поговорим. Поговорим? Кнопа, мы должны с ними поговорить. Скрестили пальцы. Убери, чтобы никто не увидел. И о чем хочет с нами поговорить Диана? Сколько дней не было тем для разговоров, а сегодня появилась. Диана, если честно, уже с ними даже не хочется разговаривать. Короче, девочки, я знаю, что это ваше решение, дружить вам со мной или нет, но есть черлидинг. Вы еще не забыли, что вы черлидерши Бани? Черлидерши Бани. То есть ты, Диана, хочешь сейчас помириться с Кнопой и Настей, чтобы все было как раньше? Эми, на твоем месте я бы помолчала. О том, что мы черлидерши, мы не забывали ни на минуту. Даже иногда растяжку делали и смотрели наши видео, чтобы не забыть лозунг. Ого, даже видео смотрели, чтобы не забыть лозунг. Девочки, а по поводу растяжки вы врете. В общем, Кнопа и Настя мне сегодня звонили из ассоциации черлидерш и спрашивали, будет ли наша команда Бани участвовать в этом году на соревнованиях. Соревнования, черлидинг. Как-то все странно складывается. Диана, может, ты просто хочешь с нами помириться? Так давай, скажи об этом. Не нужно заходить издалека. Если ты хочешь помириться, девочки подумают. Помолчи. Девочки, я еще раз повторяю, дружить со мной или нет, это ваш выбор. Но я хочу спасти команду Бани. Поэтому, если вы в команде, тренировки начинаем завтра. Ну а если нет? Нам нужно найти две черлидерши на этой неделе. Так что выбор за вами, Кнопа и Настя. Соглашайтесь. Мы подумаем. Диана, мне кажется, это бесполезно. Девочки, я еще раз повторяю, если вас завтра не будет в 8 утра в тренировочном зале, мы ищем новых черлидерш. Других черлидерш. Кнопа, Настя, вы почему не сказали да? Кнопа? А что, Кнопа, я не собираюсь по первому зову Дианы бежать и говорить «да, мы в команде». То есть мы будем выделываться? Да, повыделываемся. Так, я ничего не поняла. Мы черлидерши или нет? Кнопа согласится. Посмотрим. Баскетболистов новая лавочка. Наверное, сегодня штангу привезут. Да, будем качаться вместе с ними. Да, потом за нами будут все девочки бегать и на наши бицепсы смотреть. Изар, у тебя есть бицепс? Сейчас нету, но потом будет. У меня тоже нету. Здорово, пацаны. Привет. Дальше вы сами. Пацаны, ну если... Что? Зрите, помогу. Конечно, Майк, поможете. Штанга, гантели, офигеть. Будем качаться. Зак, ты с нами? Да. Пропустите. О, Джупу Боб, что-то вы отстали. Кто из вас будет первый штангу жать? Для разминочки нормальный вес. Давай ты первый. Боб, ты. Так ты сильнее, давай. О, Джоб. Джоб, смотри, не подведи. Выполняй с правильной техникой. Чат Джоб сделает. Оп. Раз! Молодец! Два! Молодец! Давай! Четыре! Давай! Молодец, Джоб! Только главное техника! Майк, ты здесь? Я тебя везде ищу. Почему тебя не было на уроке? Так, уроков сегодня не будет. Я занят. Ты учитель, и ты должен быть на уроке. Ребят, дайте Фионе какие-то гири. Фиона, держи. А ну, Фиона, давай. Раз, два. Оп, я смотрю, ты такой активный. А ну, давай гантелями. Раз, два. А, раз, давай, сделай. Пацаны, может, как-нибудь потом? Давай! Слава, дай сюда. Вот так вот. Раз, два, раз. А, и что мне делать с этими гирями? Фиона, бери гири и иди в класс. Сделай зарядку для рук с девочками. А я здесь с пацанами. Балбес ты, Майк. Фиона! Что ты сделала? Майк, я жду тебя в классе. Иду. Учитель Майк, если что, мы здесь. Пацаны, а можно я? Давай! Метелку убери. Метелка. И... Давай, пять раз. До спина. Раз. О, два. О, машина. Давай. Четыре. И последний. Все, теперь мы с Заком будем сила. Так, пацаны, только тренироваться будете после нас. Ну что, пацаны, потихоньку наша качалка становится все лучше. И мы будем еще лучше. Сильный! Смотри. О-о-о, вот это удар, меня чуть не унесло. Боба, может, перчатки наденем? Давай. Розовые или красные? Бобу розовые, ему такие больше подходят. Выбирай себе спарринг-партнера, с кем будешь боксировать.
Я буду учитель Майк! Боб, ты учитель Майк в разных весовых категориях. Если хочешь побоксировать, можешь побоксировать со мной или со Смайлом. Я с Бобом не боксирую. Я буду боксировать с тобой. Давай, один на один. Так, пацаны, сейчас будет зрелище. Майк, ты как маленький с баскетболистами балуешься, с гирями и гантелями. Фиона, я не баловался, я показывал баскетболистам, как правильно держать штангу. Показывал? Ты там просто стоял, еще и баскетболистам сказал, чтобы они дали мне гири. Да, это была моя ошибка. Да хватит плакать, я тебе даже по ноге не попала. Завтра у тебя 6 уроков. Фиона, я знаю, что у меня 6 уроков, знаю. Это все? Все, что ты хотела сказать? Нет, Майк, и еще. На выпускной бал я хочу быть в розовом платье, а ты должен быть в розовом костюме. О, это ты специально, чтобы с меня все ржали. Я и в розовом костюме. Не переживай, Майк. Сделаем тебе автозагар и будешь в розовом костюме, как молочная шоколадка. Еще лучше. Майк, молочная шоколадка. Фиона, я могу идти? Учитель Майк, Фиона, мне нужно с вами поговорить. По поводу черлидинга. Да, Диана, слушаю. В общем, я пойду, а вы тут разговариваете по поводу черлидинга. Нет, Майк, ты остаешься. Фиона, завтра отправляешь письмо в ассоциацию черлидерш о том, что моя команда Бани участвует в соревнованиях. В смысле, Диана, у тебя же команда не полная. Ура, мы будем снова участвовать в соревнованиях. Если Кнопа и Настя не придут завтра на тренировку, мы будем искать новых черлидерш. Окей, Диана, значит, завтра я буду тоже на тренировке. Фиона, ты администратор, а не тренер. Майк, я лучше знаю, что мне делать. Завтра тренировка будет в 8 утра возле баскетбольного поля. Будем тренироваться целый день. Договорились, Диана. Я поговорю с Настей и Кнопой, чтобы они завтра тоже были на тренировке. Нет, Фиона, не нужно. Я им уже все сказала. Это их выбор. И если они не придут завтра на тренировку, мы просто будем искать новых черлидерш. Новых черлидерш будет найти несложно. Все хотят попасть в команду Бани. Так что, Фиона, до завтра. И, кстати, вы Кирилла не видели, не могу его целый день найти. Майк? А что, Майк? Пацаны были в тренировочном зале. Да, они в тренировочном зале дурачились с гантелями, и Майк тоже там был. Спасибо, Фиона, спасибо, учитель Майк. Учитель Майк, если что, контрольную я уже сделала, все принесу завтра. Хорошо, девочки. Майк, ты так будешь сидеть? Да, а что мне делать? Уроки уже закончились. Уроки закончились? Ты целый день ничего не делал, сделай хоть что-то. Что мне в классе убирать? Поубирай. Класс, повыбирай. Жужа, я смотрю, ты прям поменялась. С Кириллом на бал пойдешь. А вдруг, пока ты будешь танцевать с Кириллом, кто-то украдет твоего Джоба, ты не переживаешь? Баскетболистки, на что вы намекаете? Моего Джоба никто не уведет, он на вас не поведется. Посмотрим, Таня с ним идет на бал. И вдруг у нее там с ним что-то склеится? Девочки, он не в моем вкусе. А вдруг? А вдруг сейчас Жужа возьмет веник и выронит вас как моль? Как моль? Ладно, Жужа, не переживай, твой Джоб меня не интересует. Спасибо, Жужа, за вкусный какао. Чтоб пусть сюда не приходили, бьют по самому больному месту. И как это так? Я с Джобом не иду на выпускной. Не только ты, вот Блонди хотела бы с Кириллом. А обязательно это всем рассказывать. Я только Жужа. А если знает Жужа, то знают все. Блонди, у тебя язык будет подлиннее, чем мой. А нет, Жужа, такой длинный язык, как у тебя, нужно еще поискать. И вообще, скоро будут наши панкейки. Я сегодня работаю одна, поэтому подождите. Мы за тележкой! За тележкой! Ваша тележка на улице! И вообще, я не собираюсь ее охранять! И Бертом что-то уже стырили! Стырили! Да я тебе сейчас... Боб, она моя девушка! Она оставила нашу тележку! Пойдешь за тележкой! Нет, я останусь Жужей! Я не понял! Ты что, не пойдешь за нашей тележкой? За тележкой, Джоб! Здесь больше нужно не за девочек переживать, а за Боба. Он плохо влияет на моего Джоба. Панкейки загорели. В этом кафе пора что-то менять. И это Жужа. Да пусть работает, она жарит вкусные панкейки. Это рецепт Бани. А по рецепту Бани вкусные панкейки кто угодно приготовит. А может, мы будем в кафе работать? Мона, ты что? Кафе розовое, а мы кисы. И можем работать только в леопардовом кафе. Привет всем! Жужа, сделай нам, пожалуйста, 2 какао. Жужа, сделай нам 3 какао. Только сначала нам, а потом всем остальным. Девочки, вообще-то мы пришли первые. И заказывать мы будем
тоже первые. Вообще-то нас трое, а вас двое. Поэтому заказ нам принесут первым. Я поняла, ничего не меняется. Походу на треши завтра их не будет. Походу кто-то не хочет возвращаться в команду Бани. Девочки, так вы не будете мириться с Дианой? Мириться с Дианой? Мириться с Дианой? Слышу звон, не знаю, где он. Девочки, не нужно объявлять то, что я вам не говорила. Девочки, вам Диана не предлагала опять мириться. Она вам предложила вернуться в команду Бани. Вы подумали? Тренировка завтра в 8 утра. Иначе... Иначе мы знаем. Да, Диана, ты говорила, если девочки не придут, то ты возьмешь новых чирилиш в команду Бани. Зачем ляпать своим языком, чтобы все слышали? Ничего себе, скорее всего у нас будут новые черлидерши. Знаю, я знаю. Что вот, что ты знаешь? Нам нужно попытаться попасть в команду Бани. Зачем? Потом скажу. И еще, Жужа, сделай, пожалуйста, на завтра 3 ланча. Для меня, с Даной и Фионе. Мы просто весь день завтра будем тренироваться возле баскетбольного поля. Да, тренировка будет долгая. И мы устроим перекус прямо там. Наигрались вы, девочки. Помолчи. Кнопа, у нас есть время до завтра. Что это значит? А это значит, что Кнопа почти готова вернуться в команду. У нас есть еще время до завтра, Настя. Я сделаю 3 ланча, 4 ланча. Сколько попросите, столько сделаю. Команда Бани должна выиграть соревнования. Спасибо, Жужа. Только запомни, нам надо положить очень много фруктов и очень много овощей. Да, ты не переживай, Жужа прекрасно знает наше с тобой меню. Ребят, как вы думаете, девочки завтра придут на трешу? Или нам все-таки с Даной придется искать новых челлендж в команду Бани? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч и всем пока! Кнопа! У нас есть время до завтра. У нас есть время до завтра. Мы будем пытаться попасть в команду Бани? Нам нужно это сделать. Девочки, если нужно, я могу заменить талисмана. Жужа, на тебя будет костюм большой.